Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очередной мукбанг. А мама сказала, как это называется, я уже забыла. Приготовила мама, это баранина. Пожаренная, очень-очень вкусная, аппетитная, с картошечкой, с зеленью. Здесь у меня помидорки, огурчики, оливки и лимон. Давайте сразу польем лимонным соком, так получается очень вкусно. Так. Оп. Получилось. И вода у меня тоже с лимоном. Я вообще обожаю лимон во всех его проявлениях, но, к сожалению, мне по медицинским показателям не рекомендуется. Это очень вкусно. Вчера со мной произошел очень неприятный инцидент. Я ненавижу, когда так происходит. В общем, я села снимать видео. Отсняла мукбанг. А потом обнаружила, что, оказывается, флешка-то не работает. В общем, на компьютере я обнаружила, что файл поврежден, и получается одно видео. Мне пришлось просто удалить. Если бы это была бы какая-то распаковка, было бы не так обидно. А мукбанг, когда ты уже все съел, ты не можешь переснять это видео еще раз. Вообще скупой платит дважды. Я покупаю эти дешевые флешки. Они потом по-предательски меня подводят. Вообще надо покупать дорогие флешки. Другого варианта просто нету. Реально очень обидно. Такое интересное видео было. И такие классные истории рассказывала. Будем считать, что вы посмотрели это видео. Будем считать, что вы поставили лайк. Когда так происходит, у меня раньше, знаете, как было? Вот этот микрофон, с которым я снимаю мукбанги, он с батарейками. И раньше вечная проблема была. Батарейка садилась, и все, ничего не слышно было. Одно видео просто в урну. Потом я стала хитрее. Я каждый раз перед началом видео проверяю, работает ли микрофон или нет. Конечно, батарейка может закончиться и на середине ролика. Но пока что такого не было. Вообще в блогинге очень большую роль играет техника. В том плане, сколько вы контента будете снимать. Например, смотрю, некоторые до сих пор на телефон снимают. Хотя у них там 100 тысяч подписчиков. Я считаю, что это очень сложно. Много заморочек. Нужно упрощать себе жизнь. Я, например, купила себе камеру. Ой, не камеру, ноутбук новый. Я долго думала, покупать, не покупать. Я боялась, что куплю, потом пожалею. Плюс-минус они будут работать одинаково. Но нет,
Я очень упростила себе жизнь тем, что купила себе новый ноутбук. Там просто все летает. Я как бы свою работу выполняю намного быстрее. Это экономия времени. А время это что? Деньги. Правильно. Конечно, если вы только начинаете канал, наверное, не стоит покупать супер дорогие какие-то камеры. Сильно вкладываться, наверное, не стоит. Но если у вас уже развитие есть, просто чтобы сократить время монтажа, вы можете упростить себе жизнь и потратиться. И лучше это сделать. Ни одна покупка ради канала не была лишней. Например, я купила искусственное освещение. Я потом думала, блин, как я жила без. То есть любая вещь, которая приобретается для канала, лично для меня, ни об одной из этих вещей не пожалел. Но я сначала снимала на телефон, когда я только завела канал. И где-то у меня было 20-30 видео. И мне брат подарил деньги. Сказал, купи себе камеру и купи себе ноутбук. Мне было очень приятно, потому что брат прям поддерживал мое начинание. С первых дней он мне говорил, я в тебя верю. У тебя будет очень много подписчиков, вот увидишь. Не бросаю. Вообще, когда ты начинаешь что-то новое, очень важно получать поддержку от близких. Возможно, среди моих подписчиков тоже есть кто-то, кто задумывается о канале, хочет начать, боится, не знаю, слушает мнение окружающих. И круто, когда окружающие тебя поддерживают. Я ни в коем случае, ни на секундочку, ни разу в жизни не пожалела о том, что я открыла свой канал на YouTube. Наоборот, я только рада. Я думаю, почему я это не сделала раньше. Вы знаете, 90% я благодарна своему брату, который просто меня вдохновлял. Хотя тогда я так ужасно снимала. Покрутите, посмотрите мои первые видео. Вы будете просто в шоке. И вот видя эти видео, брат говорил, что это шедевр. И вы знаете, когда я слышала эти слова, ты становишься более раскрепощена, что ли. Когда ты слышишь критику со стороны, ты, наоборот, еще больше закрываешься. А мне брат говорил, вот это прям твое. У тебя прям получится. Хотя я так фигово снимала. Иногда, когда я оборачиваюсь назад, и думаю, блин, какой же мой брат молодец. Потому что когда он хотел YouTube канал, мы никто его не поддержали, прикиньте.
А он поддержал. Поэтому я очень сильно люблю своего брата. Я умею признавать свои ошибки. Когда-нибудь, если вы будете на моем канале долго, когда-нибудь я обязательно сниму видео с моим братом, и он расскажет вам, какая я овца. Некоторые говорят, у меня нету ни брата, ни сестры. Я безумно рада этому. Я бы и не хотела. Я наоборот, несмотря на все приключения, которые у меня были с братом, все равно я ни капли не жалею, что у меня есть брат. Я наоборот очень рада. Мое детство было интересным. Очень интересным было детство. Постоянно брат что-то творил, и у нас дома были скандалы. Ну, типа, брата ругали, когда ты станешь человеком, когда ты станешь нормальным и так далее. Он все приходил ко мне и говорил, прикрой. Скажи, что это ты. Я, в принципе, могу сказать, что коньяк XO мой. Ну, навряд ли мне поверят, что я начала бухать. И самый прикол в нашей семье, знаете, в чем заключается? Коньяк моего брата всегда лежал у меня на окне. У меня была своя комната. Вот. И один раз папа увидел этот коньяк у меня. И такой говорит, а это твое, что ли? Я говорю, ну да. Он такой, не ври мне. Я говорю, ну я там учусь, а потом заснуть не могу. Чуть-чуть пью, и потом засыпаю. Типа для сна. И папа такой, молодец, да. Для здоровья иногда надо пить. Хорошо ты придумала. Молодец, умничка моя. То есть мне можно, а брату нет. Мне кажется, если я отцу скажу, что я иногда покуриваю, он тоже скажет, ну, иногда надо расслабляться. Я всего родителей была на хорошем счету. Учусь. Из дома не выхожу. Мне даже родители говорили, может, ты пойдешь с одногруппниками погуляешь, одноклассниками погуляешь. Ты какая-то асоциальная. Только с телефоном. Что у меня все валится? В общем, вспоминаю свое детство. Прям только хорошие такие воспоминания. А все потому, что был брат. Была бы еще сестра, было бы еще круче. В общем, на этом все. Было очень вкусно. Осталось всего 2 кусочка, но я просто наелась. Вот, спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться.